возвращением вас. Спасибо. Поделитесь своими впечатлениями от сегодняшнего дня. Как состояние. Супер. Завершение самое. Да, завершение. Это самое логичное такое. И музыка. Да. Музыка сыграла, наверное, главную роль. Как вам кисточковый массаж? Волшебно. Я почувствовала, что это прям моя практика, мой инструмент. Так он мне зашел очень хорошо. Прям почувствовала и энергию, и чувственность, и соединенность. И себя можно выразить прям. Вот. Точно подметила себя выразить. Да, прям, ну, такие женские такие. Такие, да, да. Вспоминается о том, что мы женщины, что мы нежные, такие хрупкие. Очень ценно, что есть инструменты после вот тех дней предыдущих перехода, вот этого завершения руками, все такого более, более, ну, мощных движений руками, чтобы сначала познакомиться, а потом уже человека вернуть. Очень гармонично. Мне ощущается посередине кисточки, а в начале, в конце руки характеристически. Да, я тоже заметила, что очень хорошо дополняет. И они не грубо получаются, а вот именно на том уровне, на котором. И ты чувствовала? Мне нравится заканчивать тоже вот эти вот, ты показала, конечно, очень ценные. С платком, и с дыханием, и крылья ангелами, прям вот эти вот, прям очень нравятся. То есть вот я чувствую, хочется их применять. И земля, когда в ногах, вот прям раз, землю, раз, только знаю уже когда, то есть не надо ничего придумать, уже все делают. Все дали, это очень круто. Спасибо. Пожалуйста. Редко будете спать сегодня, я чувствую. Сладко. Как дела с вашими запросами, которые были сегодня в сессии? Ну, я прям видела, как они реализуются, прям это распаковывается, видела. Не знаю, как это вещи. Уже видела. Видели, да? Все, конечно. Мы же все одно целое здесь. Именно себя, чтобы выразить, ну, как именно, подцелитесь, что можно себя выражать. Именно в импровизации, вот так. Вот тебе сертификат, что ты прошла кисточки. Благодарю. А у вас другие сертификаты. У вас в том числе кисточковая терапия лица. Четвертым пунктом идет. Прочитай, что там написано. Написано на английском. Вот. Я вам переведу. Вы прошли введение в психологическое консультирование, введение в холистическую психотерапию, холистический интуитивный массаж, кисточковую терапию, холистическое движение, введение в медитацию и практики по развитию осознанности. Проверяйте. Наташа. Победителя!
какой красивый. Да, очень красивый.